Добрый день, с вами Джон Кёрт и обзор на электрогитару Fire Affinity Telecaster. Блондинь старотного цвета, как я ее люблю. Данная гитара имеет очень простую конструкцию. Ведь она впервые была издана под названием Esquire, а позже под названием Broadcaster в 1951 году. И поэтому гриф изготовлен из цельного куска, клёна и скреплён болтами корпусом из ясеня и ольхи. В данном случае из ольхи. Электроника выполнена, включала в себя два звукоснимателя. Один сингл, другой сингл в стиле 50-х годов, который мне очень нравится, его звук яркий очень такой. И, как я говорил, имеет очень простую конструкцию. Три болта на задней стороне крепляет ее с корпусом и грифом. Тут у нас написано, если у вас фокусируется, что спроектировано, но изготовлено в Индонезии. Хотя многие версии этих гитар были сделаны именно в Китае, а не в Индонезии. Вот Squire Affinity Telecaster Tele. Гитара имеет фиксированный бридж, трехпозиционный переключатель, вот ручки тона, ручка громкости. Два звукоснимателя вместе. Теперь бридж. Thank you.
С вами был Джон Кёрт с обзором на электрогитару Squier Affinity Telecaster.